Ежегодно в Ставрополе подводятся итоги несения вахты памяти. Этот год не стал исключением. Так наградили лучшие юнармейские отряды общеобразовательных учреждений города. Состоялась торжественная линейка на посту у памяти, у мемориала «Вечная слава». На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, почетные гости, герой России Михаил Миненков и другие. Все выступающие подчеркнули, что движение юнармейцев было и остается одной из важных форм патриотического воспитания школьников, которое активно развивается и воспитает еще не одно поколение детей. По итогам этого учебного года за отличное несение службы на посту номер один дипломом второй степени и кубком награжден юнармейский отряд школы номер 6 имени выдающегося разведчика Георгия Косенко. А лучшим юнармейским отрядом признан кадетский отряд школы имени генерала Ермолова. Честно сказать, мы не ожидали, но было сложно, потому что до поста, до заступления на пост номер один у нас были трудные усердные тренировки по несколько часов в день. После занятий, но дети справились, дети большие молодцы. Чувствуется гордость за наших солдат. Мы чтим нашу историю, поэтому гордо несем всегда вахту памяти. Ну, наша школа заступает с 9 мая, и получается, после возложения цветов разводящий разводит караул, и на протяжении целой недели, получается, мы стоим на службе. Это очень достойно, очень важно для нас, для школы, для города. Дипломами также отметили лучших часовых. Динара Эфендиева, Евгений Зорин, Арсений Саркисов, АТВ «Ставрополь».